Ах, агент Блацкович, да? Ты потрясающий образец. Я с удовольствием уничтожу тебя кусочек за кусочком. Позволь мне представить тебе кое-кого. Не смущайся, когда встретишься с моим прототипом. Это финал всех моих исследований. Уперсолдат! Суперсолдат! Меня позабавит твое уничтожение. Здесь мы видим превосходство машины над плотью и кровью. Что? Это невозможно! Мы еще встретимся! Мы еще встретимся!
Как там агент Блацкович? Немного потрепано, но ничего серьезного. Он только что закончил отчет. Он на этот раз справился замечательно. Просто замечательно. Новейшее оружие, биоинженерия, роботы и оккультизм. Все сходится. К чему, я не совсем уверен, но все сходится. Я думаю, точно так же, сэр. Джек, созвай совещание. Да, сэр. Что у тебя, Джек? Два дешифрованных сообщения. Первое – полное расписание рейсфюрера СС Генриха Гиммлера на следующие 48 часов. Подождите, пока не увидите следующее. Частное послание от Вильгельма Страсса, главы смерти, тому же рейсфюреру СС, датируемое вчерашним днем. Мне зачитать его? Пожалуйста. Мой дорогой рейсфюрер СС, как вы уже, несомненно, знаете, мои X-лаборатории полностью разрушены. Операции «Убер-солдат», работа всей моей жизни уже история. Я полагаю, что вы все еще верите в успех операции «Воскрешение». Я хотел бы разделить вашу уверенность. Но мне кажется, вас сбили с истинного пути личности, чьи умственные способности находятся под большим вопросом. Я хочу предостеречь вас. Союзники отправили своего лучшего агента, чтобы прервать вашу церемонию. Нельзя недооценивать его, как это сделал я. Искренне ваш, оберфюрер СС Вильгельм Страссе. Комментарий джентльмена. Сэр, я могу говорить открыто? Конечно. Должен признать, мне тяжело принять это всерьез. Мы что, должны поверить, что все эти трансформации, я не знаю, какой-то дух тысячелетнего принца, что он сделает? Выиграет для них войну? Подождите минутку. Пожалуйста, Джек, дай мне закончить. И кроме того, у нас есть их ведущий ученый, говорящий, что у них у всех крыша поехала. Какие доказательства нам еще нужны? А, сэр, мне только что пришло в голову, что, возможно, мы занимаемся не тем. Я имею в виду, если они там действительно собираются тратить драгоценное время и ресурсы на всю эту, извините, мистику, тогда... Продолжайте. Я хочу только сказать, что если они сами отрывают силы от войны, то зачем им в этом мешать? Джек, я уверен, тебе есть что добавить. Да, сэр, есть. Джентльмены, если бы всего две недели назад кто-нибудь сказал бы о легионах нежити, рукотворных монстрах и демонах из ада, кто-нибудь из вас принял бы это всерьез? Конечно же нет, как, впрочем, и я. Но сколько мы узнали с тех пор? Теперь вы говорите, что мы должны игнорировать продолжение. Почему? Я не говорю, что я верю в это. Я говорю, что мы не можем забыть об этом. Но вам решать, сэр. Тогда решено. Блацкович возвращается в замок Вольфенштейна.